В Медицинской академии КФУ имени Вернадского презентовали лабораторию молекулярной биологии, оборудованную в рамках реализации проектов по программе развития на 2015-2024 годы. В рамках этого проекта фактически за год удалось провести закупку основного оборудования, провести ключевые моменты ремонта, обустройство лаборатории. И вот в мае месяце фактически мы ее запустили, была проведена пусконаладка, и она сейчас полностью готова к работе. То есть сейчас ведутся работы по запуску, по наполнению ее содержанием в плане проведения научных исследований. Она включает всю инфраструктуру, необходимую для обработки биологических объектов. То есть это центрифуги, центрифуги с охлаждением, это низкоморозильные шкафы для хранения материала, это все необходимое для обработки, это получение дистиллированной воды, это в случае необходимости лиофилизация препаратов. Ну и, конечно, центральным моментом всей этой лаборатории это является прибор Real-Time PCR, то есть проведение полимеразной цепной реакции в реальном времени, что позволяет очень резко расширить возможности исследования молекулярно-генетических патологий и увеличить возможности в плане исследования генома человека. В рамках проекта было закуплено современное оборудование для проведения научных исследований, лабораторная мебель, осуществлен ремонт и модернизация помещений. Комплектация лаборатории ориентирована на решение научно-исследовательских задач широкого круга. В Крыму существуют такие лаборатории, но все это коммерческие структуры, ориентированные на чисто прикладные приложения. У нас структура научная, поэтому помимо непосредственно клинической диагностики, задача лаборатории входит проведение широкого спектра биомедицинских исследований по изучению особенностей функционирования генома человека, изучению популяционной структуры этнических групп населения, проживающего в Республике Крым. И поэтому наша задача несколько отличается от того, что делают коммерческие структуры. В краткосрочной и среднесрочной перспективе основные направления деятельности лаборатории молекулярной биологии будут связаны с повышением эффективности межкафедрального научного сотрудничества Медицинской академии имени Георгиевского, Таврической академии и Академии биоресурсов и природопользования.